Ошский пансионат многие годы оставался без присмотра, а теперь его передадут государству. Недавно здесь была комиссия. Вследствие комиссии было выяснено, что многие участки пансионата были приватизированы. Отметим, что территория пансионата в государственном акте за 2009 год составляет 21,5 гектар, а к 2020 году территория этого же пансионата сократилась до 17,5 гектаров. Многие земли были распроданы до 2013 года. На тот момент управляющими профсоюза территория нашего пансионата сократилась почти на 3 гектара за все это время. Бишкекте с федерацией профсоюзов жетекчилиги тарабынан чечимдер чыгарылып, бул жактагы жетекчиликтер ошонун негизинде приказ чыгарып туруп сатып атышат. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев прилетел в город Ош и лично ознакомился с состоянием дома отдыха. Туманбаев отметил, что кем бы ни были приватизированы эти земли, они будут возвращены государству. В Орской городской прокуратуре было завершено 2 судебных процесса о 12 объектах, построенных частными лицами на территории пансионата. В результате было принято решение вернуть 2 объекта на его баланс. В прошлом году было много обращений в Ошскую прокуратуру по проданным участкам. На данный момент проходят судебные процессы. 2 объекта на сегодняшний день будут переданы на баланс Ошского пансионата. По вопросам остальных участков еще идут судебные работы. В 2023 году Федерация профессиональных объединений дала согласие гражданину Кыргызстана на аренду здания за 5 миллионов сом в год. Он, в свою очередь, сдает эти помещения мелким арендаторам. Часть других старых зданий используется как общежитие, а некоторые предприниматели занимают только землю. Когда мы только арендовали эту территорию, она была заброшенной. Нам просто понравился данный участок. Мы надеемся, что когда пансионат передадут государству, будут улучшены условия. И мы продолжим работать и улучшать зону отдыха для наших горожан. Помимо Ошского пансионата, турбаза южной столицы также перешла государству. Каныбек Туманбаев отметил, что инфраструктура 2 объектов улучшится в обязательном порядке. Площадь Ошской турбазы тоже сократилась с 4 гектаров до почти 3 гектаров земли. Остальная площадь была роздана разными способами. Нагима Бакаева, Бектур Халыбекулу, ЛТР, город Ош.